необходимости остановочного пункта на транспортном проезде жители ЖК «Две столицы» и «Солнечная система» заявляли неоднократно. С этой инициативой они выступили на встречах в рамках движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Предложение было размещено на сайте hish.online, где за него активно проголосовали. На днях Управление потребительского рынка приступило к установке декоративного транспортного навеса. Уже изготовлен металлический каркас. Проконтролировать ход установочных работ пришли лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Сергей Новосельцев и Глеб Демченко. Как мы видим, обустройство остановочного комплекса идет полным ходом. И надеемся, что уже в ближайшие дни остановочный комплекс будет полностью готов. И новые маршруты автобусов будут проходить через нее. И будем надеяться, что это улучшит и облегчит жизнь жителей. Уже в начале следующей недели установят знаки и появится новая разметка. А в среду планируется официальное открытие остановочного пункта и запуск нового автобусного маршрута. Это стало возможно благодаря совместной деятельности химчан и лидеров движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить».